Лекция на тему правил ареста особо опасного преступника. Особо опасный преступник – это человек с повышенным риском для штата Феникс. Люди такого типа задерживаются без каких-либо правил применения силы к обычным преступникам. Этих людей задерживают в два раза жестче. Если ООП в транспорте, собрать оперативную группу от трех агентов ФСТ или ФБР, взять полное снаряжение и специальную форму СВАТ, вычислить, в каком транспорте находится объект и выдвинуться к объекту для ареста. Как только увидели нужный автомобиль, в котором передвигается ООП, начинаете таранить и проводить пит-маневры для того, чтобы вывести автомобиль из строя. Проводить пит-маневры и тараны нужно в безлюдных местах и нельзя на мостах, на интерстейтах. Вот. Как только автомобиль вышел из строя, оперативная группа выходит с автоматами в руках и наставляет оружие прямо на ОП, дабы он понимал всю ситуацию происходящую. Пока двое сотрудников держат автоматы, на нем третий с тайзером в руке подходит к автомобилю двери, открывает аккуратно двери, после чего сразу же выпускает разряд тайзера по ОП. Дополнительно, если в машине больше людей, вызвать подкрепление. Если двери машины ОП закрыл, выбивать прикладом автомата стекло двери. Выпускать разряд тайзера, открыть дверь изнутри и вытащить ООП на землю. Накидывать наручники и в допросную, в здание ФБР. В допросную передавать агентам отдела СИД для проведения допроса создания кейс-файла на ООП. Дополнительно, если агентов СИД нету, проводить допрос самим. Вопросы есть по лекции какие-либо? Нет.